Приветствую. За последние сутки, как мне кажется, самым актуальным вопросом был вопрос призыва инвалидов третьей группы. И, собственно говоря, данное видео посвящено разбору этого вопроса. И это видео снято с целью вас успокоить. Почему так? Вопрос о мобилизации инвалидов третьей группы появился не на пустом месте. Он появился аж на основании целого поста пани Безуглой. И вот здесь нужно понимать следующее. Безуглая не является юристом. Безуглая является медиком по образованию. И то, что она пишет в своих постах о законах, это то, как она видит закон. Либо как она видит законопроект в данном случае. Это совершенно не значит, что там написано именно то, что она указала. Потому что, ну, друзья, не просто так мы, юристы, учимся этому годами, понимать, что там написано в законе. И то, что написано у нее, это то, что врач-медик, да, понимает, как врач-медик понимает, что написано в законе. Это примерно точно так же, если бы я начал писать посты о медицине, да, и описывать, а что же значит то либо иное заболевание, тот либо иной диагноз. Думаю, было бы увлекательное чтиво, но не всегда имеющая связь с реальностью. Так вот, не нужно на основании ее постов делать вывод о том, что призовут инвалидов третьей группы. Почему? Потому что для того, чтобы призывать их, нужно, чтобы изменили 23-ю статью закона о мобилизации. Без изменения закона призыва не будет. Но не должно быть по закону, да? Соответственно, для этого нужно принять закон, соответственно, для этого нужно внести законопроект. Соответственно, давайте дождемся хотя бы чего-то из этого, хотя бы появления законопроекта по этому вопросу. Пока у нас нет ни текста законопроекта, ни закона, есть только то, что описывала Безуглая. Давайте успокоимся, будем надеяться, что все-таки инвалидов третьей группы призывать не будут по одной простой причине. Как правило, это люди, которые ограниченно пригодны к службе в армии, а мы же понимаем, что армии сейчас нужны не те люди, которые ограниченно пригодны, да, а в первую очередь армия заинтересована в призыве тех, кто здоров. И есть у меня надежда все-таки, что Безуглая немножечко там ошиблась в понимании того, что написано в законе. И никто не собирается призывать людей с инвалидностью третьей группы. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное пояснение было полезным, либо оно хотя бы чуть-чуть, хотя бы маленькую долю вас успокоило, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. А я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.